мой приятель, новости есть! Самое время к экрану присесть! Внимание, родители, места освободите нам! Детское время 15 минут! Отключи планшет и телефон! На экране волшебный микрофон! Волшебный микрофон! В эфире, как обычно, необычный выпуск программы «Волшебный микрофон». Очередной выходной день, и по всему городу множество мероприятий. На асфальте жарко, и наши ведущие отправились на остров Татышев. На острове всегда интересно, а сегодня по-особенному. Ведь сегодня здесь проходит фестиваль «Зеленый», организованный дружественной телекомпанией «Прима ТВ». Мы ведь не могли остаться в стороне, будем гулять и активно участвовать во всем, что нам попадется. Но площадок так много, как же нам поступить? У меня есть решение. Есть 5 буклетов. Каждый из них отмечен галочкой той площадки, куда мы пойдем. Давайте вытягивать, кто какую. Давайте, чур я первая. Ух ты, здорово! Вот это да, вот повезло! А у меня, ого, отличная площадка! Ура! У меня самая классная площадка! Тоже очень классная площадка. Это, дорогие мои, беспроигрышная лотерея. Ой, смотрите, еще один остался. Мир Магикс представляет. Там мы встретимся, а сейчас разбегаемся по площадке. Я вам уже давно говорила, что мне повезло со жребием. Мне попалась площадка, на которой известная телеведущая Елена Попенко проводит мастер-класс по йоге. Я давно хотела попробовать позаниматься йогой. Ведь это и не спорт, и не физкультура. Но зато потом можешь завязаться к диетическим узлом. Только нужно начинать с простых движений. Образ жизни. Это не просто система каких-то упражнений, совмещенных с правильным дыханием, а это когда твои мысли чисты, когда твоя душа чиста, когда ты питаешься соответствующим образом. Ну, естественно, это, конечно же, практики. Если не получается делать их ежедневно, то по возможности находишь время, находишь место, входишь в определенное состояние, начинаешь заниматься, и все вокруг становится просто прекрасным. Спасибо, Елена. Занимайтесь йогой. Мрачными и хмурыми, если очень вам не мило.
4. Ребята, это очень энергичный танец. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте. Выигрыши даже начинающий. Красота среди лучших первых, нет, ты отстающий. Бег на месте общий примиряющий. Красота среди бегущих первых. Площадка аэропарка Кузнецова, Гигантоленд. Давайте посмотрим, что тут есть такое гигантское. А здесь бездомные кошки и собачки ищут себе новых хозяев. А еще на фестивале «Зеленым» есть благотворительная фотосессия. Скажите, а можно мне пофотографироваться? Конечно. Пойдем, мы тебя проводим, переоденем в костюм. Так повезло, я без ума от кино. И вот, пожалуйста, мне дали задание найти площадку, где Твори гора снимает настоящий Уэнстер. Я там обязательно снимусь. Здравствуйте, а можно сняться в вашем фильме? Конечно, вы можете сделать это прямо сейчас. А что это у вас такое? Это шаманский бубен. А можно попробовать на нем играть? Попробуй. Спасибо. А это что у вас такое? Это индейский головной убор. Вау. Носили воины. Это знаки отличия. Thank you.
Рынок. Здесь очень много разных вещей и арт-объектов. Итак, пойдемте посмотрим. Здесь делают лоскутные одеяла и расписывают хной. А еще на этом рынке делают такие замечательные куклы. Они называются тильды. А это чердачные куклы. А это арт-замок. Здесь делают игрушки, которые приятно пахнут. Чего только нет на этом рынке. Например, эти куклы сделаны из капрона. Догадались, какое задание досталось мне. Правильно, запуск воздушного змея. Змеев надо запускать на площадке, где есть столбов и деревьев. Остров для этого очень подходит. Неудивительно, что в воздухе парит столько змеев. Рядом с полем, где запускали змеи, оказались еще и барабанщики. Я решила взять мастер-класс. Научите барабанить. Бум, ба-да-бум. Отлично. У меня была самая интересная площадка. Нет, у меня. Самая интересная площадка была у меня. Девочки, не ссорьтесь. Самая интересная площадка была у всех нас. И она, этот фестиваль, весь остров. Девочки, мы забыли про последнюю площадку. Мир Магикс. Вот же он, побежали. Весело, совсем по-детски, закончился для юных ведущих программы «Волшебный микрофон» этот необычный день на острове Татышев. Фестиваль «Зеленый». Пока. Встретимся через год. Эй, приятель, новости есть. Самое время к экрану присесть. Внимание, родители, места освободите нам. Детское время 15 минут. Отключи планшет и телефон, на экране волшебный микрофон. Позови друзей, к нам сюда скорей. У нас открыты двери для творческих идей. Волшебный.